Вчера стало известно о смерти российского юмориста, звезды «Кривого зеркала» Александра Пономаренко. Больше года он боролся с раком желудка. Коллега 55-летнего Александра, полюбимый многим в 90-х годах в программе, выразил соболезнования в связи с его кончиной. Николай Бандурин рассказал, что прощание с одним из братьев Пономаренко состоится на следующей неделе в городе, где родились знаменитые близнецы. Похороны пройдут через 3 дня в Новочеркасске, насколько я помню. Куплетист сожалеет, что тяжелая болезнь настигла товарища так рано. По словам Бандурина, в последние дни мужчине приходилось страшно мучиться, поэтому уход облегчил его участь. Все мы сейчас в таком шоке, всем нам грустно, тоскливо. Когда уходят друзья, это всегда очень плохо, обидно. Но та болезнь, которая его настигла, может быть, для него это было благом, потому что он каждый день испытывал жуткие боли, говорит 60-летний артист.